Перед началом видео я хочу сказать одну вещь. У меня сломались наушники, которые у меня были, а соответственно микрофон тоже. Поэтому я буду озвучивать телефон. Если будут какие-то проблемы с записью, то прошу обратиться в комментариях. Я все сегодня буду отвлекать. Погнали к видео. Сегодня хочу и показать, где можно взять хонисаковы и вирлигики. Я не знаю, как правильно читается, но... Ладно, я хочу показать, где их можно достать и как ими пользоваться. Начну, наверное, с хонисаквы. Никак ее узнать пока что нельзя. Ну, как и остальных бустов глиттер или что-то еще. Нужно именно нажать на вот цветочек, и вместо надписи off появится он. И когда у вас полностью заполняется рюкзак, то он у вас очищает его буквально на 2-3%. То есть это прям очень мало, но даже при фарме, ну, бустик хорошенький, приятненький. Хонисаквы, пока что их особого фарма нету, то есть их особо никак нельзя нигде получить. Скорее всего, в будущем можно будет их как-то получить другим способом. Вирлигики. Это вот такие вот крылышки. Их можно получить с мобов. Они мне тоже выпадали. И можно их еще получить с квестов. Они, вот, я сейчас покажу. Вот, если зайти на любое поле, то их активировать, то вас и ваших пчелок телепортируют сразу же к улью. Это удобно, но пока что нельзя, я их не советую. Вот, если у вас будет этих крылышек 95-100, ну, что это максимум, то тогда уже можно будет. А сейчас пока что не советую. Да, получилось вот такое вот короткое видео, но рассказать тут особо и нечего. А я желаю всем удачи в улье и пока.